показать проблему насилия с другой точки, да? Вы показали ответ, как на это отреагировать общество, про насилие рассказать, не применяя и не показывая насилие. Это очень важно. За это я вас очень благодарю. Это вот отличительная черта наших победителей. Смотреть на позитивные черты и давать людям надежду на лучшие изменения жизни, на счастливый исход. Таким образом, мы создали такой видеоматериал, что женщина, как и мужчина, может стать ученой, астронавтом, там вообще любые профессии. Фамилия, у тебя все хорошо? Знаешь, папа, мне в школе сказали, что я никогда не смогу стать ученой только из-за того, что я девочка. Тебе не нужно слушать их мнение, поскольку множество открытий были сделаны именно женщинами-учеными, одна из которых заложила основу Bluetooth и Wi-Fi. А как ее звали? Ее звали Хади Ламар. Хочешь, я расскажу ее историю? Конечно. Своими видеороликами мы хотим сказать, что это проблема объемная и масштабная, которую бы хотелось изменить. И в обществе вот гендерные стереотипы, они, их очень много. Это ненормально, это надо менять и исправлять. Девочки, зачем образование? Спорт. После школы найдем тебе хорошего парня, выйдем замуж. Это главное для девочки. А сначала, когда мы услышали гендерное равенство, не такие ощущения были. А когда мы уже начали снимать ролик, мы начали исследовать эту проблему. Сначала узнать, что это такое. Я сходила к доктору и узнала, что не смогу забеременеть. Этому стали причиной частые побои, которые плохо отражались на моем женском организме. Я была окончательно сломлена.